Но увидеть не хочет. Хочет защиту Пирса Уфимцева. Даже не Пирса Уфимцева. Он уже сам не знает, что он хочет, честно скажу. Там может забрать. К размену я готов. Пусть отдает слона, если хочет. Тут можно вывести нам с темпом. Пешки на себя всегда готов позвать. Что тут за ход? Улучшить защита пирса. Что за ход? Сразу вспоминается что-то. Конь c6. Конь d4. Слон d4. Ферзь d4. Конь d4. Конь f6. Слон h6 мат. Андрейкин, Корякин какой-то год. Правда, в английском начале. Давайте попробуем. Конь c6. Давайте конь d4. Надеюсь, работает. Идея на слон d4 отдать ферзя. Вот, друзья, для чего мы смотрим и изучаем партии. Я сейчас не делаю фактически ни одного своего хода. Из другой схемы решил разыграть момент интересный. А теперь шаг. И ход слона 6 мат. Это, друзья, знание. Как там говорят в советских книжках? Знание — это сила. Ну а теперь забиваем.